Уже завтра православные верующие отметят один из самых важных и почитаемых церковью праздников – Крещение Господне. Каждый год тысячи людей в этот день совершают обряд омовения в священной воде. Только в Алтайском крае подготовлено около 70 купелей. В Барнауле главный крещенский городок построили на прежнем месте, на речном вокзале. Здесь будут дежурить спасатели, врачи и наряды полиции. По словам сотрудников МЧС, сейчас толщина льда на реке Обь составляет 45 сантиметров. Это значит, что одновременно на нем могут находиться 50 человек. Рядом с купелью не больше 10. Готовность крещенского городка и его безопасность проверил глава города Сергей Дугин. Толщина льда, она может на данный момент только увеличиться, да, потому что холод идет, снег очищен, шуба убрана, поэтому он только может быть стать выше, но никак не ниже, поэтому безопасность полная. То есть никаких опасений нет? Опасений нет. Добавим, что крестный ход начнется завтра в 11 часов от Знаменского монастыря. Верующие пройдут до главной барнаульской купели, где и состоится чин освящения воды.